Ну что, доброе утречко. Доброе утро. Я вчера уснула в 6 часов вечера. То есть меня что-то так разморило, что я в 6 часов вечера уже легла спать. Вот, и проспала сегодня до 7. Андрей сам умывал, выкладывал детей. Вот. Так что не знаю, что мы будем сегодня делать. Мы только на одну ночь приехали. И уже завтра всем на работу, на теннис, в школу. Будем думать, что делать дальше. План поездки у нас был только на Хантер Вэлли. Короче, в общем, или домой едем, или, может, по дороге еще куда-то заедем. Не знаю, что решили. Вещи собраны. Пора ехать дальше. Андрею не повезло завтракать с утра гамбургером, чизбургером, который Женя не съела. А мы приехали на завтрак вот в такую пироговую. Это, конечно, не пироговая Николай, но ничего, тоже вкусно. А ты будешь есть пирог, папа? Нет. Пироги дают в таких пакетиках. Это твой? Это мой. Ваши пироги сейчас принесут. Вот это мясной пирог. А детские пироги пока что греют и принесут вместе с кофе с Андреем. Андрею, а вот это сладкий пирог с вишней и яблоком. Я его съем дома. В этих кафехах постоянно тусуются англосаксонские бабушки и дедушки, простите за неполиткорректность, белые, и байкеры. Вот такой контингент. Варя ест пирог с вишней и с яблоком. А Женя, естественно, тот пирог, который выбрала себе сама, есть не стала и ест мой пирог. А папа пьет кофе, а я уже все съела. Хотя крокодила звуть Элвис. В общем, мы подумали, что же нам делать, не домой же нам ехать. И мы поехали в парк рептилий. Он находится как раз на середине пути между тем местом, где мы были, и Сиднеем. И даже если вы приходите в зоопарк, который находится на улице, вы все равно должны заинтересоваться. Я не уверена, что я буду показывать вам прям все, но что-то я вам покажу. Мы не зручно из кавы, не принимайся. Перед тем, как потрогать змею, нужно обязательно использовать санитайзер. Сейчас Yeah, so it only goes to about 1.2, 1.5 meters. This is very small. Like, mum makes them a really great pet. Does it eat like mine? Yeah, so eat like small rodents as well, yeah. Archie, okay. You go, Archie. Oh, hey, buddy. Told you I'd bring you on a stage. You might be able to. You might need to wait for a little bit. Here you go. Alright, Archie, you want to wait there next to Dad for me? I'll come around to you, okay? I'll come around to everyone there with Dad. Oh, it's warm. О май гад! Так, вообще возле нас. Возле нас, вот целое озеро крокодил. Ну, коли... Dragonfly! Вони все одно все бачать, все чують, можуть атакувати. Всім привіт! Привіт! Кушает листик, да, зайчик? Жрата, мышка не двигается. А там мышка устала двигаться, хочет полежать. Спит, там наверное. Там да, и там еще. Ой, это такая шустренькая. Это дыры закрытым глаз. Какой он крыши. Нет, он спит. Мама. О, там еще одна на дереве. Смотри. Я вижу. А это с коалами.
А недолугі американські туристи називають їх koala bear. О, це миленькі коали. Так, дуже миленькі коали. Там черепаха. Да ты что это? Черепаха кушает. Это не была большая. Ну такая выросла. Это брокколи. Это shell deformed. Yeah, so you feel like that? Are you sure? Well, you didn't write it right there. How old is it? It's about 17. So, does the lifespan 17? No, 150. A little bit off. Oh. I think he's a dinosaur. And, look at his head. He's a dinosaur. Kangaroos are the red kangaroos, as well as the eastern greys, and with them the males can get quite large, so they can get as tall as me, so they can get up to 6 foot standing up on their hind legs. And we do have a couple of big boys here, ducks on there, but they may be in that tree that's over there, and you can really see the difference. А это те самые улыбающиеся квоки, которые водятся мало где. Но они милейшие, милейшие создания. Вот чухается, чухается малыш. Естественно, ни один зоопарк Австралии, мне кажется, не обойдется без кенгуру. Обычно мы покупаем детям корм, чтобы они покормили кенгуру. Но они тут наеденные такие, что дети бегают с этими пакетами, дают кенгуру, прям в ноздри тычат. А кенгуру не хотят есть. Прыгает, да, зайчик? Идем дальше. А это собака Динго. Ой, ты же мой хороший мальчик. О, он куда сидит? Он вообще похож, просто собачка. На мы. Как из дурными крыльями. Баба? И сховался. А ти б на повідку хотіла б ходити? Ні. А ти б хотіла на повідку ходити? Ні. На мотузку. Собачка такий сумний. Hello! Это чорненький плаче, собачка. Женя, хочешь собачку погладить? Обослась. Варя, можешь погладить собачку? Только не голову. Да, а маленького видишь? Да. Ты не крокодильчик, какая-то ящерица. Такая сидит там. Да. А тут наш старый знакомый Блюи. И школьный носок. Говорит, покрутить эту штуку, чтобы понять, почему она называется мышка-паук. Потому что оно размером с мышку. Не дай бог, что она выглядит. Серьезно, да? Я хочу!
комната явно не для тех, кто боится пауков. Смотрите, австралийцам тоже туалет такой знаком. Женька явно не боится. И смотри, там один. Да, я знаю. А тут я перепалусь. Белый гей. Нет, но я... Теперь вывели погулять еще и эту огромную ящерицу. Ну вот на этой веселой ноте мы будем покидать парк рептилий, ехать в сторону Сиднея. Вот, выгуливают варанчика. На площадке мы тоже погуляли. В общем, будем ехать домой. Валюша, идем. Тут такие едуганы на мотоциклах. Тоже в парк рептилий интересно поехать. А теперь мы приехали, чтобы купить подарок нам самим себе на годовщину свадьбы. Короче, вот это и вот это на 6 ракеток. Только это можно еще на плечах носить. Но она и симпатичная. Клевенькая, короче. Там наверху еще куча всяких сумок, чтобы достать, тетя вот на эту лестницу залазила.